Всем привет, ребят, с вами я. Вот такие вот переходы в Кайнмастер, например, такой, или даже вот такой. Сейчас я вам это покажу. Сейчас, кстати, ребят, сейчас я покажу, ну, как сделать вот такие же переходы, как и только что. Так, мы добавляем видео. Сейчас оно просто... она прокрутилась. Вы можете сделать не на зеленом фоне, а просто так, чтобы не показывать свою квартиру. Вот, значит, смотрите, здесь мы ищем когда мы хотим сделать переход. Всем привет, ребят, с вами я, Супер Стеклан. Сегодня я покажу, как сделать вот такие вот переходы в Кайнмастер, например, такой вот, и там, где мы. Вот, и здесь, вот, там, где мы говорим такой, мы вот так нажимаем. Теперь ножнички, разрез в точке воспроизведения. И нажимаем на эту белую, кстати, блин, на вот эту белую штуку. Нажимаем на нее. И теперь выбираем, какой нам нужен переход. Например, 3D-переход давайте попробуем. Вот. И, например, вот так. И вот так. И так. Например, такой. Так, а что это не сработало? Такой. Так, нет, стоп, нужно. О, вот так. Все. Так, наверное, я думаю, лучше будет. Давай. Нет, да, нет. Ставим где-то вот так, да, вот так. Будет нормально. Кайнмастер, например, такой. Или даже вот такой и вот. Так. Ой, и... Вот так. Ножницы. Так, и давайте теперь другой переход. Так, например, вот такой. Или даже вот такой. Сейчас я вам это покажу. Вот. Я понял, здесь нужно сделать на вот этот 2.0. Вот так вот. Коды в Кайнмастер, например, такой. Или даже вот такой. Сейчас я вам это... Вот, давайте и вот здесь вот еще в начале сделаем, потому что, скажите, реально прикольные переходы. Думаю, вы поняли, как делать такие классные переходы. Это можно делать, если вы с одного приложения переходите в другое, так можно прикольно делать. На сцене, например. Смотрим. Всем привет, ребят, с вами я, Супер Стелсон. Вот такие вот переходы в Кайнмастер, например, такой, или даже вот такой. Сейчас я вам это покажу. Ну вот, ребят, у нас все получилось. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки. И как наберется 3 лайка, я сниму еще один видеокласс. Не, когда наберется 5 лайков, да. С вами был я, Супер Стикман. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!